looking for his perfect prototype, his psychic commander. He drove me screaming to the fringes of my mind. But I was simply growing stronger, closer to Mother. Attention, citizens. Please report immediately to the nearest Armacan patrol and you will be escorted to a secure location out of the city. Please remain calm. Armacan personnel are here to assist you. Armacan isn't fooling anyone. They have no intentions of leaving any survivors. Can't afford any witnesses. Where are you rats hiding? You maggots always have a place to hide. Now where is it? Playtime, brother. Так, ну че, сейчас мы замочим, у нас такой пистолет, давай подождем, наверное. А, у меня автомат, у меня автомат. Блин, выдает 20 кадров, многоличие. А, граната. Так, сейчас мы у него пушку доберем. Давай. Так, есть, автомат есть. Продолжаем. Сейчас мы им гранату кинем. А, Кью, лучше спрятаться. Ладно, мы им гранату тоже кинем. А, гранаты у меня тоже нету. Так, у меня сейчас кончится мое превращение, но никого не засосать. Ты как бы пошла это не вообще. Да, ну ты мочишь. А, сзади. Не, ну, то есть смотри, ну вот эта дымка, я ж, видимо, ее все-таки всасываю как-то, что ли. Вот херово именно, чем мне не нравится в эфире, так это исчезновение трупов. Мне что там, знаешь, упал там, без башни валялся. Так, а там, вот эти валяются, это разве? Кровоточил. Так, о, кстати. Кровище. Тут пушки. Так, я думаю, мы поменяем, наверное, автомат. А хотя тут... Пункт у меня два их брать. Не, не возьму. Сейчас за дверь... Ого, смотри, бегом сюда. Теряю я разум, ну тут. Смотри, прикольно так. По-моему, какая-то детская комната, какие-то игрушки, шарки валяются, кстати. Ну да, стола. Еще звуки это и... Бильярд называется. Слушай, блин, ну так отдизайнить, блин, комната. Охренеть. Кстати, я на ютубе смотрел этот левел, мол, самое страшное в этом, из игр. Красота. Такие мрачные моменты, там Dead Space был и вот этот вот уровень был. Так что тут... Не знаю, я вот иду и восторгаюсь дизайном уровня, прикольно, особенно стены вот эти. Так, давай пошаримся, что ли, пойдем наверх. Давай, столько мишек. Посмотри, дубирую. Какой у нее черепок. Слушай, она рада. Да. Так, ручки тут нету. А что здесь? Здесь вроде ничего нету. Тут ремонт, видимо. Да, блин, ремонт. Слушай, комната подозрительно похожа на ту комнату, когда это, в школьные, даже не в школьные, в студенческие годы. Куча хлама, бутылки. Да, есть такое дело. Так, а тут вроде меня. Ну да, ребят, соглашусь, немножко ненормально восторгаться подобным, но не знаю, я... О, дверка упала, человек живой пока что, уже нет. Так, вот еще тут какая-то дверь. А, вот, это на улицу выход. А тут так, ничего я нет? Я думаю, на улицу пока... А хотя тут уже нет-то ничего, да. Вроде все посмотрели, да? Тут пухи есть, кажется, клевые, смотри какие. Новый вид. Да, кстати, возьмем пушку вместо пистолета. Ты пушки берешь, я человека беру. Человек нормальный, новая модель. Все, забираем. А, вот. Ты спустился, нет? Не, я трупик тут забрал. Нам тут что, гранаты закидывают? Да-да-да. Не, я в плане в самый низ не спустился. Ну, на улицу, во дворик. И вот такими штуками я восторгаюсь. Это ж роботы, вот эти все киборги, мехи. Это просто моя любимая тема. Так, вот это чурмой. Ой. Ой, да чтоб тебя. Блин, она очереди стреляет, эта пушка.
а не так зажал и косил всех подряд. Это снайпер, слушай. А нет, с дробашом показалось снайпер. Так, походу... А, граната. Не, ребят, мехвариор мне не понравился, она слишком аркадная какая-то такая вся. Эу, бандитка, ты что, в окне играешь? Да, мне приходится играть в окне. А, у тебя ж видюха. У меня, во-первых, видюха, во-вторых, не стримит в полный экран, а в-третьих, я не могу следить, если играю в полный экран, и читать чатик не могу. Мониторчик маленький один. Единственное, вот, наверное, минус в том, что один монитор, это то, что я вот нечаянно залазю на чатик мышкой, и у меня меню выходит постоянно. Немножко раздражает. Так, коллеги, что там чуваки пишут? Кика этого баклана, да? Нет, они вообще ничего, они не по теме пишут, там про мониторы, про мехвариоры. Ты смотрела Шихи с подворотни 9, да? Скринишь, да? Да, нет, классная сцена. Я вот тут на днях в Rage зашла, посмотрела на просторы. Ой, блин, я вот это посмотрел, меня так жаба задавила. Блин. Ну, у меня капусты вообще сейчас на данный момент нету. Да, лови гранату. Да чтоб тебе! Да, это я, походу, кинул, да? Извиняюсь. Да нет, я на чатик, ну вот, дотыкалась, блин. Есть? Мышкой налазил на чатик, игра сворачивается. Из-за этого ёкнулась разочек. Вот Хавкин, да, в Хавкин я поиграла, но она, по-моему, вообще-то очень требовательная, и ещё альфа и шверка. Подожди, а что за игрушка? Ну, это про мехов, знаешь, такие роботы. А, вот это от Иогейм, что ли? Не-е-е, по-моему, она какая-то вообще китайщина. Слушай, а ты вселиться хочешь? Нет, я хочу его затыкать. А то я, знаешь, стою, втыкаю, блин, хочет вселиться или нет. Так, нам походу сюда, на шкаф. Шкаф! Чудо-шкаф. Так, вот, наверное, сейчас я вселюсь кого-нибудь. Вон там дальний, вот-вот он, за колонной. Парень, стоит. Ой-ой-ой, что это? Охотник за головами у меня, ачивочка собирается. Да, у меня тоже как раз. Мне вообще мания, я обожаю в хеды стрелять. По крайней мере стараюсь, но вот тут что-то сенс такой очень быстрый. Ну их нахер эти ачивки. Я подкатываться умею, боже, я только что поняла, что я могу подкатываться. А как? Ой-ой-ой-ой, беги! Беги, убегай, прыгай, улетай! Ой, что это такое? Кидай гранату туда, кидай гранату туда! Так, я отсижусь, походу. Да тут повсюду картон, где ты отсидишься? Смотри, вот тут винтовки лежат. Слушай, этого как-то можно? Нет. Я подыхаю. Спасай меня! Я сейчас тоже умру, кажется. Он умер? Этот робот? Нет. Отползи за прикрытие. А, точно, блин, что я втыкаю. Удерживаю. Спасла, есть. Кажется. Ну вот он. Слушай, мне совсем плохо. Я тут за колонну спрячусь. Опять мышкой начать. Спасай меня, бандитка! У меня нет сил. Я, наверное, сейчас уже не подниму тебя. Есть. Ну-ка, есть контакт? Отбегай, уходи, двигайся. Двигай свою жопу. Что это за пушка? А, тут пушки нету. Мне нужно скрыться. Все, теперь я. Бегу. Надо как-то за укрытие присядь. Ты прям в проходе сел. Есть? Прям сзади. Сейчас я кину у него гранатку. Есть. Все? Да, а, нет. Слушай, он чинится.
А, спасай! Я за столом тут. Тут подствольная граната какая-то есть. Как ее кинуть, я вообще вот не знаю. Слушай, я походу к тебе буду ползти. Я побегу к тебе сейчас, пока он там... О, он в тебя ракетный залп пускает. Вот за ящиком сиди. Слушай... Я не могу удерживать, когда ты двигаешься вот сейчас. Есть контакт, есть. Стал. А где там пушка? Как мне выстрелить в него из подствольника? Блин, фигово. Твою мать, застрял. А-а-а, нет, я опять лежу. Мне уже не в чем его пулякать, понимаешь? Сейчас я тебя спасу. Слушай, он в тебя прям шпигует, пока ты тут. Через меня. Уходи от залпа. Так, надо остановиться и подумать. Слушай, а там в настройках... Он уже искрится, но тут, тут гранаты. Есть, есть, есть. Отлично. Да? Наконец-то. Фух. А вот еще там что-то... А, это чуваки какие-то. В принципе, как раз ты можешь в основном и закидать, собирать гранаты все, потому что как ну, только... Ну, смотри, левел поднял, там уже можно 3 граната мне таскать. Mm. Это отлично. Как только трупы исчезают, я уже бессильна против роботов-машин. Ой. Че это во тьме ночной? У меня потемнело все. Слушай, ты куда-то делась? Я тут. Тогда я перезарядюсь. Ой! Перезаряжусь или как это? Блин, у меня язык заплетается. Ой, у меня такое постоянно бывает. Ну сейчас хоть... Слушай, о, смотри, девчонка. Откройся, откройся. Слушай, кажется, я прервала ее ритуал. Сортирный, ты меня в двери зажал. Ай. Нам походу наверх нужно, да? Да, наверх. Кстати, тут это... Монстр этот бегает, как из фильма «Паранормальное явление» или как это? Ой, я что-то ходить разучилась быстро. Это, видимо, сюжетная... Катсцена, фишка. Типа, мол. Ну сейчас на телеке по-любому. А, вон там что-то было написано. I hate you. Ненавижу тебя или что там? Да-да-да, ненавижу тебя. Каминчик, диванчик. Да, картина у них, конечно. О, а слушай, мы трупака пропустили. Да? О, круто. Так, ну нам наверх еще раз нужно бежать. Да, так. Загрузка пошла. У меня граната. Левел. Тут кроватка. Зенты знает. Конец этой ночи или что-то? Угу, а смотри, кто там что закрыл? Тут. Так. Дробовик. О, трупик нашел. Угу. Здесь валялся. Так. Ой, слушай, что? У меня помехи. О, слушай, кровать там. Связь плохая. Кровать можешь попрыгать. Нет, ты просто сейчас... пропустил, она там шаталась. А, ну блин, я как вечно, блин, пропускаю все самое интересное. Ладно, идем в следующий. О, вечер. Мишка! Смотри какой! Слушай, тут тоже еще гадят. Один Мишка, ну, терзает меня смутное сомнение, что там что-то будет. Слушай, вот такой Мишка меня пугает с горящими глазами. Иди сюда, посмотри на этого Мишку. Я боюсь нет. Сюда идти, не хочу. Что-то подозрительно этот смотри. Мишка. Смотри. Он явно был живой, если я его смогла поднять. Ого. Ой, блин. Так, идем дальше. Дверку открылась, а это ты открыла? Нет, это ты. Я ее не открывал. Значит, это она. Блин, вот эти вот звуки. Кстати, это где? Пошли туда. Посмотрим. Так. Ой, меня тут сзади. Напали на меня. А тут еще два чувака и более. Так, ладно, справишься. Пока посмотри, что тут есть няшного. Интересного. Ну что, давай читать журналы. Журнал? Программер. Где?
А вот журнал программер. Ой, слушай, телепатическая связь, опять пропустили. Что у нас тут есть? Да, блин. Программер, вон там, журнальчик. Зацени. Где, где? Вот. Мыша с клавиатуры. Так, ну что, погнали дальше. Опять титановые окна. Что, тут, по-моему, перебор уже. Слушай, там что-то за фирмой... Я так и думал. Жесть. Так, а в окно мы не сможем пройти? А это зеркало? А, это окно. Сюда не можем. А куда нам вообще? Вон вниз. Смотри, тут везде стрелки нарисованы для, говорю, для одаренных людей. Обязательно будет стрелочка. Вот, смотри, Миша, какой мраченький. Ой, смотри, что-то на стенке. Слушай, а я могу в себя щит фигачить вот так вот, и ты защищен. Да? Круто. Наверное. Наверное. Не факт. Так, давай спустимся вниз, наверное. Хотя нет, давай зайдем еще в эту дверку. Такая красота, слушайте, солнечно так. Тут ничего нету. Ой, там кто-то еще коктейли мешает, что ли? Смотри, там это... Бармен. Вон. Ну вот, ты его расстроил. Коктейль не вышел. Я смешаю новый. Неуязвимость. Так, где? Слушай, ты меня так... Пугаешь с этим писком, капец. Не нервируй меня, это бомба. Так, а что в этой дверке? Нечаянно комментарий свернула сейчас. Развернусь, секунду. Ой, я чуть не вышла нечаянно. Так, ты где? Я наверху, да, забегай сюда, тут Бежу. Что-то творится. Пугаю, окей. Что-то такое. Ой, слушай, смотри, смотри какие. Кто ты там рычит? А, вот он. Иди сюда, няша. Посмотри, какая красота. Ты видишь это? Не, ну что, прикольный дизайн левела, ну блин. Немного пиксельно. Не, вот этот свет падающий вообще классно. Как, не знаю, праздничная лампа. Зернистость? Да-да-да. Ну нам, наверное, туда надо куда-нибудь? Ну смотри, нам вот она спрыгнуть... Она прям манит вот этим светом. Спрыгнуть сюда вниз, походу. Хотя... О, смотри, опять Альма. Где? А вот там впереди была. Ну вот, я опять все пропустил. Слушай, я не знаю, может нам туда перепрыгнуть сиганил. Нужно? Там, наверное, есть что-нибудь няшное, давай ты первый. Вашу мать! Не, не допрыгнул. Я вообще шлепнулась назад отходи. Тут, кстати, чуваки телек смотрят, так, не буду их отвлекать. Не-не-не. Ладно. А-а-а, я их отвлек. Патроны кончились. Я возьму их на себя. Там, кажется, было написано руна или что-то такое. Или то же самое, что обычно пишут что-то. Крайм Ой, глаз. Я не знаю, нам нужно туда идти. Ну, нам, скорее всего, туда идти, потому что нет больше нигде прохода. Слушай, мне эти черные отверстия что-то напрягают. Что-то не хочу я. Тут стоять, сейчас отсюда а, да, полезут. Там, тут... Они не такие уж и черные, там видно текстуру какую-то. Здесь фонарик? Да. Ой, не, они реально лезут оттуда. Ты че? Ты че? Ты че? Ты че? Главное, чтобы этих камикадзе не было. Слушай, бандитка, спасай меня. Ну дай... я вот ту... Да, я тебе... Кошним телом прикрывать твое тело.
Ой, опять начать. Все нормально. Что такое? Ну. Так, нам только непонятно, куда нужно бежать. Так, тебя прям зажали тут. Вообще лучше не стой в углу, двигайся. Стоять в углу плохая. Нет, так от толку, смотри. Нам нужно отсидеться эту волну, походу. Ну да, но лучше все равно как-то. Даже вот в этих всяких кремсвэ. Смотри, сейчас что-то будет. Короче, там стоять вообще. Замедление пошло. О, давай, ломай ей челюсть. У нее ничего. Не, я не могу ничего сделать. Ты няша, слушай. А вот опять лесу. И опять колыбель. А, качалка или как эта херня называется? Вышли из-под контроля. Ой, в глазах побелело. Я, походу, понял, что это конец левела. Чин Сун Кон. Ага, это как в старом этом анекдоте пошлом. Сунь чай. Вы Сунь Сун Хил. Так, ну мы это по-любому запикаем, когда будем рендерить видео. Можешь канал это... Ты можешь сделать лицо попроще? Что ты такой серьезный? У тебя бровная мышца не болит постоянно? Я не могу спокойно смотреть на эту роль. Ну что, теперь следующие моменты будут новые истерики. Блин, я даже эти субтитры не прочитал. Смотри, что выжившие общались там с кем-то. Ну, тут я вроде расслаблен. Ага, хрен там. Знаешь, твое лицо говорит только одно, типа, вот ты вот слушаешь, такой, чё? Не, ну реально такой, знаешь, вид дауна, блин. Так, а откуда? А, подожди, откуда? Куда нам сам двигаться нужно? Кстати, они тут с лазерами. Я вижу, вот оно. Подожди, так. Там снайпер, это снайпер, мы его сейчас ёкнем. Просто, блин, меня уже передёргивает... С этими роботами. Просто они такие, знаешь, напряженники немного. Ну что, опять робот, что ли? А, что, даже не обратила внимания. Не, ну просто вот это вот взрывы закидали гранатами, сразу перекинул. А-а-а. Ну все, роботы, походу. Так, я нашла винтовку. Дайте хоть разочек с винтовки популякать. Да чтоб тебе. Ща я отхилюсь. Ты всех убил там? Ну, походу, да. Так, вон, я вижу парней. Дайте выстрелить. Да, с таким FPS хрен я постреляю. Граната. Плохая была идея. Ой, любимое оружие не пострелить. Да, я думаю, их проще, наверное, закидать гранатами. Да что, босс, ладно, где винтовка? Может спуститься на низ, а? Да, давай. Приходится в упор подбегать. В принципе, их даже можно, наверное, с ножа резать. Смотри, снайпер. Так, я ныкаюсь. Давай. А, я застрял. Тень, не поймал, откуда стреляет. Во, смотри, сколько лезет их. С ноги тебя, с ноги. На. На. Там тебя преследуют, и кажется, сейчас вертолет сгрузит робота. Ой, чую я, сейчас сгрузит робота. Ой-ой-ой, что тут такое? Нет, не так, нам должна Альма помочь. Она только что рявкнула, или это не она была? Походу, это она.
Вертолет сдуло просто. They are getting stronger. Так, а куда нам? Сюда? Или мы тут были? О, тропик. Так, там дверь, походу, закрыта. Ну, в любом случае, потом можно по-быстрому пройти. Как бы прохождение. Так. А, вот сюда, походу, можно. На ящик. Да, вот сюда. Вот ты там? Да, 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 я здесь. Баскетбольный мячик? Я не знаю, мне показалось вообще какой-то... Ой, слушай, тут какой-то робот. Блин, только ты можешь в него сесть. А, это дружественный. Я ж дух. Блин, я настройки не почитал, что там было. Тебе там удобно вообще? По-моему, ты ноги только что сломал. Ага, понятно. Подожди, а ну уйди, уйди, уйди. Что это такое? Пробел что делает? Прыгает или что? А, просто пушками. У меня все-таки классный мех. Прикольно сделали. Так, только тут непонятно. А, вот дверка. Давай, иди, иди. Оставляю на тебе. Там еще один мех. Нет, а, показалось. Нет, обычная. Вселилась на свою голову. Цыпа. А, слушай, кстати, тут показывается указатель, мол, куда проходить. Так, а что это? Ножик! Ножки! Ножик! Ножик, иди сюда! Ну, мешков понавалили, не могу пройти. Ты вот проходы делаешь своими мегапухами. Ага. Ну ты тут... смотри, это самое. Ой, самому... боже. Тут вражеский мех! Вражеский мех. Так, погодь, погодь. Он меня преследует. Спасай, помогай. Он вон там. Да, вон он. Ты убил? Нет? Не-не-не. У него там панте осталось. Есть? Да, есть. Фух. Кстати, вот пушки. А, это ты умерла, тут пушки от тебя остались. Ну, моя. Кстати, а ну посмотри наверх, там что-то есть. А, там прохода. Там закрыто все. Не пройти, не проехать. Там еще один мех. А, нет, это обычный. А, жаль. Слушай, может тебе какого-то оставить, чтобы ты вселилась? Да, вот я вот это вселюсь сейчас. Так, тут кажется что-то злое. Ага. А, это тот вертолет, который крушение потерпел. Наверное, мне не стоило это бегать. Слушай, ты сзади пропустила одного. А, все, уже ролик пошел. Горки. Пони. Слушай, как тебе? Смотри. Сейчас, погодь, я ж тут медленно иду. Смотри. Блин, сломался сейчас. Ну что у тебя? У меня только что получалось покататься на нем. Капец. Да, блин, весело. Кроватки вот, кстати, с роликов этих вступительных. Это типа мы, походу, да? Так, вот это ты. Вот это я. Уходи. Ух ты, ё. Ой, а почему неожиданно? Я неожиданно. А, то есть это продолжение просто. Нас глюкануло. Да, нет. Неожиданно такой переход, блин. Слушай, а посветлело, да? Да. Кстати, я могу ускоряться, походу. Ого, ты летать умеешь. Вот этот поворот. Так,
пушки собирать. Круто так. Блин, из-за дыма ни черта не видно. Давай, ломай ворота. Ой. Ты видзарядка у меня. Да чтоб тебе. О, вот здесь ты кидаешь своего меха. Вылазь, давай. Да не пройдёт. Е, походу, да? Да, Е. Ты очень странно в нем сидел, со стороны, если посмотреть. А вот тут надо как-то подходить. Подожди, я застрял. Чтобы тебя молния не долбанула. Подожди, еще раз повтори. О, ты повысился, да? Не. А, нет. Подожди, сейчас. Тут типа лабиринт, да? Да, походу лабиринт. Ну да, я же говорю, надо проходить, чтоб током не долбануло. Слушай, мы так пробежали быстро, может мы что-то забыли? Ну, блин, если... у меня гранат нету. А. Блин, я его не заметил сбоку. О, он еще живой, слушай. Итак, что мы имеем? Так, ну что, пушки, это круто. Вот, кстати, ворота. Так аккуратненько. Давай. Ой, опять вот этот, слышь? Мех? Нет, вот эти. Полуроботы, что ли? Он сейчас по-любому вылезет оттуда. Смотри, он уже вылазит. Да. Слушай, тут что-то походу... А, тут эти штуки может... Да, вот. По бокам эти... А, не давать ему заряжаться. Походу, кстати, да, только... Только лазили, я давай, я буду их вырубать. Так, я убегаю куда-то. Да, это сидится. Блин, FPS упал, капец. Вообще просто. Все плохо. А, помогай. Помогаю. Я слег. А, слег, бегом. Что-то очень светло. Я ничего не работает, нифига. Есть, пошла. Фух. Так, мы его грохнули, да? Ты как-то вообще непонятно, что-то взрывы, вспышки, куча спецэффектов. А куда он делся? Он, по-моему, вообще убежал. Может, в бункер убежал? Или все-таки мы успели взорвать все, или он убежал в бункер, действительно. А, ой, что случилось? Все, походу, левел закончился. I thought she'd be happy to see us. You! I knew if you were alive, you'd come for me. Where the hell have you been? Doesn't matter. I have something here you need to see. His name is Michael Beckett, Delta Squad. Apparently, he got himself mixed up with ArmaCam's secret project. Alma. See, family. As I've been telling you all along, brother. The bitch became obsessed with me. Don't you people understand? Why was she ever created? What good did they think would come of that nightmare? Horrible. She raped me. Do you hear me, ArmaCam? She's fucking pregnant! A ghost in the flesh. We need to act immediately. Stop this from happening. As if she knows anything. All these paranormal anomalies are like, I don't know, like contractions. Judging by the severity of them already, I'd say we don't have much time. Are you with me on this?